Привет всем! Вы на канале у Татьяны. В сегодняшнем видео поговорим, как же избавиться от фитофторы. Так как на грядках уже созревают помидорчики, пора бы об этом поговорить. Фитофтора – это грибковое заболевание, которое распространяется очень быстро, молниеносно, портит все урожаи. А мы же сажаем помидорчики для того, чтобы собрать хороший урожай. Так что в сегодняшнем видео мы вместе с вами поговорим, как же можно избавиться от фитофторы, как предупредить фитофтору, а также все это сделать народными доступными методами. Итак, начинаем. Если у вас дома есть марганцовка, вам крупно повезло, потому что с помощью марганцовки можно обезвредить почву, можно избавиться от фитофторы и можно приготовить доступное и легкое средство по борьбе с ней. Как я уже сказала, фитофтора – это грибковое заболевание. Каждый год, что ни делаешь, а фитофтора все равно появляется на наших грядках, потому что живет она в почве. И только для нее появляются подходящие условия, она начинает свое развитие, хорошо распространяется по всем растениям. В особенности фитофтора любит томаты. Что же мы сегодня приготовим? Для сегодняшнего средства нам понадобится, конечно же, марганцовка. Марганцовка – это хорошее средство по борьбе с фитофторой. Понадобится нам всего-навсего 2 грамма вот такого чуда. А также 200 грамм пропущенного через мясорубку или чеснокодавку чеснока. И, конечно же, вода. Воды нам понадобится 5 литров. Если случилось так, что на вашей грядке уже поселилась фитофтора, такое средство вам подойдет. Как же его сделать? Во-первых, берем 5 литров чистой воды, засыпаем 2 грамма марганцовки и добавляем 200 грамм чеснока. Все это хорошо размешиваем. И дадим ему настояться, нашему средству, буквально 2 часа. По истечению 2 часов наше народное средство по борьбе с фитофторой готово. Набираем его в такой пульверизатор и опрыскиваем растение буквально раз в 10 дней. В сухую погоду и солнечную. Вы увидите, что это средство работает. И оно безвредно как для нас, так и для растений. Попробуйте, если понравится, напишите мне. Если есть у вас какие-то другие народные средства по борьбе с фитофторой, напишите мне. Мне очень интересно ваше мнение и ваши рецепты. Если сегодняшнее видео вам понравилось, ставим лайк и подписываемся на мой канал. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока!